Всем привет, с вами Джамбл Макс, и сегодня мы поговорим о бета-версии Call of Duty Black Ops 4. Как вы все знаете, я нейтрально отношусь к Call of Duty и больше склонен играть в мульт-батлы, ибо он масштабный, атмосферный, командный и так далее. Я думал, что и в 2018 году останусь на той же стороне, но я очень ошибался. В этот раз колда приятно удивила, и удивила она прям с трейлера. Как только вышел трейлер Королевской битвы колды, под крутой музон с экшен-моментами, я офигел, и у меня внезапно появился интерес к этой игре. И как раз на днях бета-тест намечался. 15 числа на Хуан все-таки началось закрытое бета-тестирование. К слову, на других платформах бета была открытая и началась раньше, чем на Хуане. Считаю, что нас тут обделили, прям капитально. Но не суть, в общем, я пробовал данное творение и был очень доволен. В бете был доступен режим Королевской битвы, называется он Затмение, и рассчитан он был там на 88 игроков. И знаете, на мой взгляд, это лучшая Королевская битва на сегодняшний день. Так скажем, Королевская битва здорового человека, не курильщика. Почти всегда стабильно 60 FPS, море оружия, нормальное количество транспорта, оптимальный размер карты, количество лута и скорость игры. Играть было одно удовольствие без единой задней мысли. Даже когда ты терпишь поражение, ты все равно остаешься чутельку доволен от всего происходящего, ибо ты можешь выйти и сразу же сыграть новую катку. Идеальное понимание оружия, отличная чувствительность выстрела и простое ориентирование в местности, особенно в домах. В игре невероятно все просто и понятно, что это прям приносит реальный кайф от игры. В отличие от аналогов, ты теперь понимаешь, куда летят пули и куда стрелять и куда идти. По сути, колда не внесла ничего нового в этот режим, но зато она довела его до ума, она сделала его не скучным и динамическим. Игра заставляет вас постоянно двигаться, принимать мгновенные решения и не сидеть на месте, что обеспечивает быстрые и динамические катки. Единственное новшество в Королевской битве колды — это в предметах, которые дают на ограниченное время маленькое преимущество, зоны, на которых есть зомби, и предметы с радуги по типу щита или радиоуправляемой машинки. Запустив Black Ops 4 и отыграв хотя бы 3 катки, ты сразу же забудешь Fortnite и PUBG. Это совершенно другие ощущения, которые не передать словами, это нужно попробовать самому. В Fortnite и PUBG все медленно и как-то становится уже не так. Считаю, что PUBG должен умереть 12 октября, ибо это реально лагающий высер за 2К. Даже бета, обращая внимание на слово бета колды, игралась намного приятнее, чем официальный релиз PUBG на Хуан. Да, настолько мы привыкли играть в говно, что даже бета другой игры нам кажется уже отличной версией. Многие могут сказать, что это сторонние разрабы, они делали игру на коленке, понимаю. Но если вы хотите продолжить играть в лаганную игру 2003 года, то это ваше право. Единственный минус Королевской битвы колды — это ее цена в 4К. Немного жалко за нее столько отдавать без наличия полноценной кампании. Но с другой же стороны, ты понимаешь, что игруха-то будет топовая и мульт там будет просто офигенный, и все же 4К становится более-менее нормальной ценой. Лично я все еще не знаю, брать эту игру или нет. Мне все очень понравилось, но я не знаю, как она будет развиваться и не знаю, как быстро она мне надоест. Поэтому 4К мне пока жалковато за нее отдать. А в целом все очень здорово, и это немного удивительно. Еще один момент, который меня смущает в покупке, так это батла. Она мне по бете вообще не понравилась, но Королевской битвы мы так пока там и не увидели. И что-то мне подсказывает, что Electronic Arts может хорошо подумать над тем, как сделать Королевскую битву еще лучше. Хотя нет, херню сказал. Лучше этого вряд ли что-то может быть, поэтому скорее всего в этом году я буду просто на стороне колды. Ибо с этим батлы в Королевскую битву впишется не идеально, ибо там будет все медленное и говяно. Обязательно напишите в комментариях свое мнение насчет режима затмения в колде, мне будет интересно почитать. Также не забывай ставить палец вверх и скидывать этот видос друзьям. И да, на конец ролика я оставил нарезку со своего стрима, где мы взяли 2 раза подряд топ. Поэтому приятного просмотра. Тут в смысле на втором этаже все окна с решетками, короче, я зайти не мог. Так, один минус. Ты, походу, все-таки про игрок. Не-не-не-не-не, мне просто повезло, я оружие подобрал. 2 оружия? Я буду менее экипирован. Парни, лежу. Да где он, Захар, поднимешь, да? Я тут пошел гнаться за этим материалом. Да-да-да, спасибо, все, сейчас. Все, минус тут, пацан. Так. Супер, добивай только. Ох, ёпта, граната прямо с дома. Обстрел. Не могу залезть в окно. Давай, пошли в тот дом, пошли, пофиг. О, парни, слева, смотри. Где? 169. Броню снес. Вон он. Слева. Вон, 83, да. Где? А, вот, вижу. Задеял. На! Все, красавцы. Все, хорош. Пойдем, может, лут посмотрим? Мне сейчас... О, вижу.
Да, да, он активальный. Ё-моё. О, нифига. Да ну, слушай. Сколько я в него выстрелил, нифига у него бронька была. Давай, я пока побегу вперед, может, ты меня захватишь. Садись, садись, садись. Ты меня убил. Чё... Понятно, нормальная тема. Красава. Да ща. Как он медленно едет, о боже, просто. А, парни, на 15 справа там. Пойдем. Справа. Минус. Давай, забегай в этот, ага. Что такое? Сука, там пацаны там сзади, сзади к вам бежит. А! Нет, один в доме. Все, минус. Подними. Так, я понял. Сколько? Да, я его подбил, он лежит. Я умер. Все, добил. Меня закидали гранатами, тупо закидали гранатами. У меня плохая новость, это был я, походу. Да. Только не понял, где... У меня где... патронов, правда, вообще... Вон он! А! Макс, в окне. Сука, все, меня в окне, он с окна просто размахнул. А я заложил его, нет? Ты умер? Парни, 195. Ёпта, нихера их там бежит, я вижу. Мне прорубили. Я обойду потихоньку. Хотя там такой же может кулебас обходить, и нихера их там. Там о! Этот андердроп. Лучше бы он спрыгнул. Да. Да ему все, он там умрет сейчас. Нифига, он вернулся. Давай убьем их, давай. Да, давайте как-нибудь завалим. Ох, ёпта! Я горю! Я не так потихо кинул. Одного положил. Хорош. А вторых? Второго, третьего я вообще не вижу. А? Да, за деревом. А, парни, я еще нет, на 152. 152 там еще. Сейчас попробую обойти. Стой там. Хорош. Есть. Второй минус. Еще есть? Не знаю. Ох, как меня засадили. Так кто-то смог приземлить? Нет, ну, просто. Прикинь, тут уже... Сука, клип запишу даже. Это было красиво. Я, короче, прикинь, приземляюсь, а там тип уже ползает, короче, мертвый. И я его с кулака с одного удара вонзил. Я двоих уже замесил. Блин, ты там... Где ты так успел уже? Смотри! Бегу сейчас. Убил. Обнаружена крупная нестабильность. Эвакуируйтесь в окно. Окна, смотри, в окна 10.45, самый дальний дом. Левый, если смотреть. Красавец. Они, походу, там вдвоем, да? Давай тогда направо попробуем уйти, нет? Давай, сначала ты первый пошел, я прикрываю, потом ты. Ой, попал по нему, ой, хорошо как. Попадаю. И нифига. Попадаю. Ё-моё. Справа! Убил! Фух. Давай, клади его, клади! Давай! Убивай, и мы выиграем! Давай! Вот где! Красава! Район цели. Ебой! Красава! Вот тут опять бастион. Опа, сверху. Я. А, это ты. Уф. Да где он? Знаю. Смотри. Положил? Конец, нет. Все, положил. Смотри, там еще есть, да? Возможно, смещение границ. Или нет? Пока не вижу. Где? Понял. Давай, отползай сюда. Слева! Рус. Супер. У меня еще 50 хп, патроны кончились. Одного это положил. Красавец.
Бля, меня положили. Он снизу, да, туда-туда забежал, вниз. Блин, я снайпу взял. Фух. Красавец. Да это жесть. Я здесь. Я. Вертолет вижу на 219. 219? Давай попробуем. Попал. Тоже попал. Вот он. Попал. 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 Смотри, он дымится. Давай, давай, давай. Они сейчас будут нас спасти. А пусть спасут. Они вдвоем все равно. Давай, давай, у нас... Вообще. Мы что, убили их? Они с... Я не пойму, они... Они мертвые. Да ну. Прикол. Попробуем лутануть. Да, го. А, может... О, блин, о, да, блин, да, да. Вижу. Сверху, сверху еще. Да ну, слушай. Вот это бред. Давай я за этим. А, слева меня сейчас гасанут. Смотри, смотри на меня, справа. Да, 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 вот. Убил его, да, походу? Да, 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 он лежит, лежит. Давай, ты сможешь. Смотри, можешь ко мне тогда попробовать вылечить. Где ты? Убил? Да. Красавец вообще. Заюзал? Тут вторая броня, если в доме, что в доме. Есть. Блин. Да, я, конечно, внимание всем. Тут... Обнаружена крупная нестабильность. Давай я брошу еще. Убил. Раз. Полностью? Убил. Ты вообще монстр. Осторожно, я кластер кинул. Где он? Где он? Впереди, все за дерево на 270. Понял. Оббегать направо. Давай назад, назад, назад. А, меня положил. Уйду назад сейчас. Сейчас, сейчас, бегут, бегут к тебе. За деревом там. Внимание. Еще гранату ожидает кидает. Смещение границ. Не вижу, не вижу. Бежит, бежит. Безопасную зону. У камня, у камня. Один к тебе я бежит слева. Он пошел по рисунку. Эх. Е, бой! Победа? Бой! 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 Красава! Оу, щит! Я не знаю, как это случилось, но, блядь, было стрёмно. Ебать, два топа подряд, да, блядь, мы машины. Все, блядь, как там записаться в MLG? Да, хорошие катки были.